В детском садике на Шигаева наводят красоту. Дошкольное учреждение на 160 мест обещают сдать к середине августа. До этого момента остались последние штрихи. Осталось нам буквально в течение следующей недели до конца месяца, значит, выполнить озеленение, выполнить наружные лестницы, ну и внутри расставить мебель, отмыть стены, полы. А еще смонтировать систему видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализации. В садике малышей распределят на 8 групп разного возраста. Будет работать и ясельная группа для детей от года. Предусмотрены спортивные и музыкальные залы, а также кабинеты логопеда и психолога. Параллельно по поручению губернатора Алексея Русских МБУ «Стройзаказчик» строит подъездную дорогу к учреждению. За время строительства сада проезд вдоль дома номер 21 по улице Шигаева был разбит тяжелой техникой. Дороженьки сняли старый щебень, установили новый борткамень, сделали основание из песка и щебня. На данном участке у нас работают 6 дорожников, 2 катка, 4 единицы самосвалов, асфальтоукладчик. Укладываем асфальт будет в течение одного дня, светового, это с 8 до 6 вечера. Приблизительно объем, тоннаж где-то 140 тонн асфальт, бетонной смеси. Дорогу и детский сад возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». На строительство садика было выделено 380 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Ну, детский садик, конечно, нужен. И давно обещали здесь детский садик построить. Вот. А дорогу, да, конечно, сделали молодцы. Расширили дорогу, намного расширили дорогу. И я надеюсь, вот скоро уже закончится. Там, может, через 2-3 дня и все. Параллельно еще одну дорогу строят в густонаселенном микрорайоне Юго-Запад. Она соединит проспект Олимпийский и улицу 154-й стрелковой дивизии. Бюджет почти 126 миллионов рублей. В настоящее время расстилаем. Значит, выполнено подстилающий слой из песка. Уплотняем его. После этого расстилаем геосетку и, соответственно, щебень. Щебеночную подготовку делаем. Планируем дальше, соответственно, устанавливаем бордюры, устанавливаем дождеприемные колодцы. Протяженность нового пути составит 550 метров. Машины будут следовать по двум полосам, а по обеим сторонам проезжей части сделают тротуары. Предусмотрена велодорожка. Объект сдадут осенью. Анна Тищенко, Улправда ТВ.